Жизнь давно доказала, что такие человеческие ценности, как верность долгу, гражданственность, уважение к старшим, нужно воспитывать с детских лет, сознательно пропагандировать в подростковом возрасте. Этому способствует и патриотическая песня, которая вдохновляет, дает силы, объединяет с нашими предками и славными традициями. Ежегодно в Лабинском районе проводится фестиваль-конкурс «Пою мое отечество». И каждый раз участников становится больше. Более 30 участников заявили сегодня принять участие. Это и школьники, и студенты, и работающая молодежь. Вообще, я хочу сказать, что год от года участников становится больше. Это приятно, что наша молодежь поет песни военных лет, патриотические песни, прославляя наших героев, участников Великой Отечественной войны. Они истинные патриоты, и мы гордимся своей молодежью. Со сцены звучали разные песни, современные, прошлых лет. Но главное, призывали любить родной край, свою страну. Тема защиты мира от войны прослеживалась в каждом номере. В песнях этих запечатлены и трагические, и счастливые страницы героических лет. Сохранены для грядущих поколений легендарная храбрость, душевное мужество и великая человечность. Наше выступление посвящено Великой Отечественной войне, тем героям, которые бились за свободу, за мир, за то, чтобы мы сейчас жили и чтили их память. Мы надеемся, что такого больше никогда не повторится, и мы всеми усилиями будем этого добиваться, чтобы над нашими головами был мир. В составе жюри фестиваля-конкурса ветераны ВДВ. И, как они отмечают, очень важно, что молодежь поет о родине, о патриотизме, о мире, который сегодня так хрупок. Очень приятно, что нынешняя молодежь, теперешняя, поет эти песни патриотические. Вот. Ну, я видел, сейчас просуются на репетиции, я обратил просто внимание на их глаза. Дети не только как бы поют эти песни, но видно, что они живут, пытаются прожить какой-то момент того исполнения, что они исполняют там. Победители сегодняшнего этапа фестиваля конкурса «Пою мое отечество» будут представлять наш район на зональном фестивале-конкурсе «Пою мое отечество», который будет проходить на территории нашего района. Для нас это очень почетно, очень значимо, и 11 муниципальных образований привезут лучших из лучших тоже своих певцов, которые поют патриотические песни 18 марта. Наталья Звиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Алаба».